Здравствуйте! Это новости на канале ННТ. В студии Факира Рамазанова, и вот о чем сегодня пойдет речь в выпуске. Столкнулись 4 машины сразу. В Кайкенском районе произошло тяжелое ДТП. Есть пострадавшая. Своих не бросаем. В Дагестане прошли патриотические акции в поддержку вооруженных сил России. Общая инициатива поддержания курса нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина по обеспечению стабильности, мира и согласия в Украине, а также братских народных республиках ДНР и ЛНР. Уникальная коллекция раритетных изданий. Какие тайны хранят секретные сейфы Национальной библиотеки? Об этом смотрите в сюжете наших корреспондентов. Я вам покажу сейчас сейфовую часть фонда. Она у нас закрывается, как вы видите, на замочек, где имеется печать. И доступ к сейфу тоже ограничен даже среди сотрудников. Смотрите. Российский бокс под запретом. Мастеров кожаной перчатки России и Белоруссии отстранили от международных соревнований. Один человек погиб, двое пострадали. В Кайкенском районе на автодороге «Кавказ» произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Житель Махачкалы, управляя автомобилем BMW X5, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108, после чего, продолжив движение, столкнулся с еще двумя транспортными средствами отечественного производства. В результате аварии водители пассажира «восьмерки» с различными травмами были госпитализированы в больницу. Позже один из них скончался. В республике прошел автопробег в поддержку вооруженных сил России. В мероприятии участвовало более 150 машин. Они проехали парадной колонной по главным улицам Махачкалы и Каспийска. Маршрут пролегал от исторического парка «Россия. Моя история» до кинотеатра «Москва». Организаторами акции выступили депутаты Махачкалинского городского собрания и Ассоциация автомобильных клубов региона. Здесь принимают участие и молодежный парламент, и активная молодежь, и взрослое население. Мы видим их как единство, как никогда. И мы этим подтверждаем, что дача согласия народа – это носить его ответственно. Это самая высшая ценность. И быть ответственным за это согласие. За это активное участие мы готовы всегда сотрудничать в этом направлении. И я думаю, такие акции не будут одним из последних ради единства и согласия нашей республики и страны в целом. Еще один автопробег в поддержку российской армии прошел по маршруту Назрань, Грозный, Хасавюрт, Кизилюрт и Махачкала. Мероприятие под названием «Своих не бросаем» сопровождалось возложением цветов к памятникам героев Советского Союза. В акции приняли участие ветераны-афганцы, представители патриотических клубов и общественных организаций Республика СКФО. Такие мероприятия мы сегодня по собственной инициативе решили провести в поддержку решения президента о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Вот сегодня к нам присоединились еще гости с Ингушетии и Чечни. Сотрудники Кизлярского межрайонного отдела вневедомственной охраны совместно с молодежным культурным центром и волонтерским корпусом «Кизляр-280» приняли участие в благотворительной акции в поддержку жителей ДНР. Росгвардейцы собрали продукты и вещи первой необходимости и передали волонтерам для дальнейшей отправки жителям Донбасса. И как только сотрудники наши выяснили о том, что здесь проходит данная акция, было принято решение на совещании, что нельзя оставаться в стороне и необходимо принять участие и передать продукты нуждающимся беженцам с Луганской и Донецкой народных республик. Такое участие приняли, оказали посильную помощь. Надеюсь, наш поступок, а также поступок многих других людей, которые обращаются сюда с предложением помощи своей, надеюсь, эти поступки будут примером для тех, кто сегодня не решился или все еще остается равнодушным, видя ситуацию и последует нашему примеру. Особо отличившихся представительниц прекрасного пола накануне пригласили в Министерство по национальной политике и делам религии.
Здесь, за чашечкой чая, женщины, среди которых были политики, художники, многодетные матери, общественники и представители бизнеса, обменялись планами на будущее и поделились своими успехами. Министр Энрик Муслимов поздравил женщин с весенним праздником, отметив, что именно они делают мир светлее, добрее и ярче. Мероприятие приурочено 90-летию Фазу Гамзатовны Алиевой и проходит под лозунгом «В женщине, как в книге, мудрость есть». И сегодня, как обычно, соберутся женщины за чашкой чая и обсудят все вопросы, которые их интересуют. И, конечно, поздравят друг друга с Международным женским днем 8 марта. И обязательно поздравят, и обязательно пожелают здоровья каждому. Мероприятие, приуроченное Международному дню 8 марта, оно проходит интересно. Почему? Потому что среди наших дагестанских женщин присутствуют иностранные студентки. Студентки вузов Республики Дагестан, которые учатся только на отлично. Студентки Дагестанского технического университета, Дагестанского медицинского университета, Дагестанского государственного университета. Но удивительно тот момент, что в зале присутствует женщина, которая собрала очень много вещей для беженцев, которые приехали из Донбасса и Луганска. И сегодня она продолжает это дело, оно не останавливается. Она, то есть к этому делу призывает всех своих друзей, знакомых, деловых людей, людей бизнеса. Но еще удивительное это мероприятие тем, что в зале присутствует наша ученица лицея номер 5 города Махачкалы, которая приняла участие на международном конкурсе детского рисунка, приуроченного открытию Олимпиады в Китае. И была написана ею картина, а она посвящена миру на всей земле. То есть белые голуби на грудях, у которых написан мир на разных языках. И сегодня эта девочка получает сертификат. Среди участниц из 32 стран она заняла второе место. Это наша девочка из города Махачкалы, Республика Дагестан. Я рисовала картину для конкурса в ЮНЕСКО. Темой, вообще общей темой для написания картины было мир, мир во всем мире. Я хочу, чтобы все сблизились, ну, были как друзья. Я не ожидала, что меня как-то отметят, и вообще это было очень неожиданно. И, пользуясь моментом, я бы хотела отметить, что все женщины в Дагестане прекрасны, а они прекрасны всегда. В Национальной библиотеке Республики есть уникальный книжный фонд, которому в этом году исполняется 30 лет. Главная героиня следующего сюжета – книга. Что с ней происходит по дороге на полку библиотеки, особенно если ей не одна сотня лет? Самые редкие экземпляры хранятся в хранилище, куда посторонним вход строго воспрещен. Но для нашей съемочной группы сделали исключение. Раритетные издания изучала Малика Курбанова. Ей слово. В Национальной библиотеке есть особый отдел – отдел редких книг. Фонд насчитывает более 8 тысяч экземпляров. Здесь каждая книга уникальна по-своему, и каждая из них является памятником культурного наследия. Здесь собрана литература практически по всем областям знаний на языках народов мира и даже на хинди. Есть и такие книги, появление которых логически трудно объяснить. Разве кто-нибудь мог предположить, что книга с печатью царственной особы или книга, подаренная дому Романовых по случаю рождения наследника, каким-то образом окажутся в Дагестане? Сегодня мы раскроем несколько библиотечных тайн. Это сердце нашего отдела, книгохранилище отдела редких книг. Я вам покажу сейчас сейфовую часть фонда. Она у нас закрывается, как вы видите, на замочек, где имеется печать. И доступ к сейфу тоже ограничен даже среди сотрудников. Смотрите. Здесь есть определенная схема, да, в расстановке нашего сейфа. То есть первая вот эта вот верхняя полочка, это у нас иностранная старопечать, чаще всего это 18 век. Да? Вот. И второй ряд имеется в виду, здесь уже тоже иностранная старопечать, 19 век. То есть это 18 и 19 века, по 1830 год. Раз мы говорим с вами о сейфовой части, я вам покажу просто один экземпляр, который открывает хронологические рамки нашего фонда. Это издание на иностранном языке. Это Пьер Корнель. Сопроводительные бумажки я уберу. Вот, это 1722 год. То есть именно вот этим годом мы открываем
наши фонды. Посмотрите на саму книгу, на само издание. Это многотомное издание. Значимость изданию придают внешний вид и качество бумаги, шрифт и оформление переплета. Делают книгу шедевром и иллюстрации, представляющие художественную ценность. Самые уникальные экземпляры составляют особо важный фонд отдела. Это книги, выпущенные еще при жизни автора. Мы не ограничиваемся только старинными книгами. Любая книга может относиться к категории редких, если у нее есть определенные свои специфические особенности. Хотелось бы показать вот это вот издание. Это у нас многотомник «Вилан. Собрание сочинений». В данном случае это том 43-й. Книга издана в Лейпциге, да? 1822 год, а шрифт здесь готический. В прошлом году был юбилей Карамзина. Мы не можем пройти мимо отца истории. Это история государства российского, его нетленный труд, на написание которого он потратил чуть ли не всю свою жизнь. Это, как вы понимаете, оригинал, 1824 год. Издана в Санкт-Петербурге, в данном случае том 11. Помимо всего прочего, эта книга почему является ценностью для библиофилов и ценителей редкости? Это прижизненное издание, то есть книга вышла и увидела свет еще при жизни самого автора. Редкой книга становится по разным причинам. Малый тираж, год издания, принадлежность известному человеку. Все, что выпущено в свет до 1830 года, можно считать уникальным наследием. Еще один критерий ценности издания – так называемый «экслибрис знаменитости» – собственноручные пометки, рисунки на полях, дарственные надписи. Такая книга неповторима. Библиотека графа Левашова, «экслибрис», книжный знак. Библиотека Новомихайловского дворца и экслибрис личный великого князя Михаила Николаевича. Книга называется «Новгородские писцовые книги, 1859 год». Ну, у нас только один экземпляр, том первый, и переписанная оборочная книга «Деревской пятины», около 1495 года. Она оформлена, во-первых, необычным способом. Кожаный переплет. К сожалению, он, конечно, со временем пострадал. Но, тем не менее, сохранился отличный золотой обрез. Обратите внимание. Книга старая, но обрез вот сохранился. И вот этот книжный знак, о котором мы говорим, «Экслибрис», он делает книгу намного ценнее, чем стоимость самой книги. Нам как бы возвращали около, ну, как я поняла, во многие библиотеки в районе 1000 книг возвращали, да, вот с зарубежных библиотек на немецком, английском и этот французском языках. Есть там на испанском, но это единичные экземпляры, на итальянском. Но что интересно, в этих книгах часто встречаются печати вот известных людей нашей старой России. То есть это что означает? Эти книги не только из зарубежных библиотек, они попали к нам, по всей видимости, во время войны, Кавказской войны. Вот князь Борятинский, с ним можно это связать, по всей видимости. Но это предположительно. Здесь главное не содержание книги, а выцветшие печати, вензеля, наклейки, штампы. Это ключ к изучению времени ее издания. Уникальная коллекция Национальной библиотеки в этом плане представляет большие возможности. Малика Курбанова, Нурмагомед Магомедов, ННТ, Махачкала. И о спорте. Российским боксерам запретили участвовать в представительных турнирах. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации бокса. Организация отстранила спортсменов и официальных лиц, в том числе судей национальных федераций России и Беларуси. Махачкалинец Саид Гаирбеков выиграл золото первенства России по греко-римской борьбе. Соревнования среди юниоров завершились в Самаре. В финале дагестанский тяжеловес одолел представителя Московской области Евгения Арефьева. Встреча завершилась со счетом 4-1. Также воспитанники республиканских спортшкол выиграли еще две медали. В шаге от золота остановился Магомед Мухтаров. Он стал вторым в категории до 97 килограммов. Третье место в весе до 63 килограммов завоевал Даниил Агаев. Это были все новости на сегодня. А у меня на этом все. До свидания.